а сколько раз было такое, что вы падали из-за того, что подошва стала со временем скользкой? Вот на этой подошве видите, да, вроде как бы сначала все было, и потихоньку-потихоньку все стерлось. Я покажу несколько способов, как избавиться от того, ну, чтобы не падать, чтобы подошва не была скользкой. Только при этом способе ни в коем случае нельзя ходить дома в этой обуви, ну, особенно если у вас паркет, потому что вы исцарапаете обувь. Ну, наверное, никто и не ходит, но я на всякий случай предупреждаю. Друзья, если вы еще не подписаны на мой канал, советую подписаться. После того, как подписались, не забудьте нажать на колокольчик, уведомлять о выходе новых видео. Так, первый способ — это при помощи клея «Момент» и наждачной бумаги. Вместо наждачной бумаги можно использовать обычный речной песок. И сейчас скажу, сколько это держится. И давайте покажу, как это нужно сделать. Нарезаем полоски. После этого нам нужно будет измерить. И вот здесь вот у меня будет две вот такие вот полоски. Предварительно я подошву обуви обезжирила. Можно это сделать чем-то спиртосодержащим. После этого наносим клей тонким слоем и наносим нашу полоску. То же самое сделаем сюда. Если у вас нет наждачки, то можно просто нанести клей и присыпать тонким слоем обычного речного песка. Если боитесь, что будет выделяться, или у вас наждачка, там, например, светлого цвета, то можно взять краску для обуви и распылить. Так как у меня наждачка не выделяется, то я этого делать не буду. То же самое, если выделяется песок, но он в основном такого светло-желтого цвета, тоже можно нанести краску. Так, теперь скажу по срокам, насколько я вот заметила. Если нанести песок, то он, если вы носите обувь постоянно, то где-то 3-4 недели. Наждачная бумага выдерживает, ну, не более 1-2 недель. Поэтому вот и нужно это учитывать. Следующий способ — это при помощи лейкопластыря, желательно, конечно, широкого. Его можно наклеить или крест-накрест, или полосками. Ну, то есть вот так вот, как вам нравится. И можно вот так, знаете, более-менее спокойно ходить по зимним тротуарам. Ну, это, знаете, дня 2-3. Недолго, да, недолго. Но зато можно легко снять и прикрепить новый. А если боитесь, что вот так вот вы выходите и увидите, да, что вот наклеено, то можно замаскировать или краской, как я уже сказала, есть еще темный маркер, и тогда никто и внимания не обратит. Еще один такой простой способ, это достаточно действенно, это обычная сырая картошка. Берем, разрезаем напополам и натираем подошву картофелем. Я не знаю, как она работает, но, по крайней мере, работает. Сцепление такое повысится, скажем так. А понимаете, что риск свалиться понизится. Кстати, есть еще специальные такие накладки в магазинах. Посмотрите, я как-то видела, но не приобрела. Они удобны тем, что легко одеваются и снимаются с обуви. Посмотрите. А вот такие вот простые способы, непокупные, тоже можно воспользоваться. Если вы знаете какие-то другие способы, то напишите, пожалуйста, под видео. А сейчас я хочу с вами попрощаться. Не скользкой вам дороги. Всем пока-пока.